В концертном зале КСК КФУ «Уникс» прошел четвертый день студенческой весны 2018. На нем были представлены выступления студентов юридического факультета и химического института имени Бутлерова. Ждем, но то, что будет очень круто, классно, по-семейному, как и в принципе всегда на нашем факультете проходит студвесна. Очень позитивно, вместе и дружно. Отличительной чертой этого концерта стало изобилие театральных постановок, которые затрагивали актуальные проблемы современности, как, например, зависимость молодежи от социальных сетей. Танцевальные и вокальные номера, наоборот, уходили в старину к народным танцам и песням. Одним из самых ярких выступлений стал казачий танец коллектива «Эсперанто». Настройка, как обычно, боевое ощущение. Тоже такие, очень надеемся получить положительные эмоции и заряд энергии от зрителей. Ксения Сурова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.